Всем привет! Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас расскажу подробнее. По сообщению РБК, Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на глобальных поставщиков цифровых услуг, в том числе на Google, Facebook и Apple. Изменения заключаются в том, чтобы заставить компании декларировать доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи, что позволит платить налог от прибыли не по месту регистрации главного офиса, а от российской аудитории. Европейские офисы Google, Facebook и Microsoft на данный момент зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль равняется 12,5%. Транснациональные компании в 2015 году перевели низконалоговые юрисдикции около 600 миллиардов долларов прибыли, из которых Ирландия получила более 100 миллиардов долларов, следует из данных Американского национального бюро экономических исследований. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!